Самарский памятник деревянного зодчества, дом купца Маштакова, наконец обрел новую жизнь. Строители отреставрировали окна, основательно поработали над лепниной, крышей и фасадами. Печи 19 века, которые создают уникальный интерьер эпохи для нового культурного пространства, сохранили практически в первозданном виде. По мнению научного руководителя московского архитектора Андрея Баде, целью реставрации стало выявление всех уникальных артефактов. На втором этаже здания разместили окно, через которое посетители смогут увидеть чердачные стропила. При его реставрации специалисты попытались собрать все детали, которые были задействованы при первоначальном строительстве особняка. То, что сделали на такие сроки, это, конечно, победа и заслуга производственника, заслуга всего коллектива, который работал очень слаженно, очень профессионально, буквально сходу принимали решения, потому что не было времени на долгие раздумья. И, в общем-то, в целом, результаты, я считаю, блестящие. Реставрацию одного из символов города, деревянного дома купца Маштакова, начали на средства президентского гранта в 2021 году. Здание было построено в начале 20 века в стиле эклектика с декоративными башенками. Строители постарались сохранить все оригинальные элементы – дверные оконные проемы, наличники, чтобы будущие посетители почувствовали подлинную атмосферу купеческого особняка. В доме Маштакова обустроили галерею «Заварка». На втором этаже здания организовали многофункциональное экспозиционное пространство с выставкой картин, а на первом разместили арт-купеческую чайную, где будут завариваться новые творческие идеи. Этот яркий пример, как за короткий срок можно восстановить деревянный дом, хотя, говорят, они очень тяжело восстанавливаются. И это теперь является жемчужиной не только Самары, но и всей Российской Федерации. После открытия Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры передаст здание муниципалитету. Особняк Маштакова будет считаться филиалом музея имени Ильдара Рязанова. Открыть новое культурное пространство обновленный дом Маштакова планируют в самое ближайшее время. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.